Начиная с 1 февраля здесь можно будет не только подать пакет документов для выдачи нового паспорта или замены этого документа, но и получить его на руки. Кроме того, с 23 января в перечне МФЦ уже стало еще на одну услугу больше. Мы начали прием заявлений на выдачу справки о том, являлось ли лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ. Значит, справка эта нужна в основном тем, кто устраивается на работу. То есть это требование работодателя, поэтому услуга довольно имеет большой спрос. А с середины следующего месяца в планах начать прием документов для замены российских национальных водительских удостоверений. Более подробная информация будет размещена на сайте МФЦ Кандалакшского района. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.